Коровин Святослав, именинник сегодня. Поздравляю. Привет, ребята. На самом деле, вы знаете, вот сейчас тут митинги устраиваются всякие непонятные. И я думаю, что это на самом деле такой трэш и пито, потому что всех заковали в клетки законами и прочими штуками. Обласканный небом ветер, разорванный в клочь знамена. Мир наш не очень весел, люди глухую ушли оборону. Ворона на черных ветках рифмуется с шумом толпы. И редко в нем можно хоть что-то расслышать. Хозяина маску надели рабы. Все тут играют какие-то роли, все перепутаны здесь. Опять недействительные пароли, обязательные, как воздух лезть. Лепестки иллюзорной свободы, белой ленты на белом снегу могут опять оборваться, взметнуться, подмигивая врагу. Толпы играют в игры, боясь показать оскал, как надувные тигры, размноженные посредством зеркал, запрятанные в загон, закрытые в клеть себя. Законы важны. Бесспорно, но можно ли жить, никого не любя? Амбиции, как прокламации, шахматные поддавки, где с помощью мастурбации желают залезть в короли дураки. Так в игры играют актеры. Вне сцены совсем не те, пустые, как строки либретто, написанного на листе. Любить так, что замирает дыхание, трахаться до полного изнеможения, меняя положение, позы, дарить розы, нам нужно так мало. В концертах полупустых залах, звонки бывшим любовницам, надежда, что телефонный номер спросят все-таки поклонницы, ходить в городах, площадях, переулках, проводить день в прогулках, пиная ногами талон, нам нужно действительно мало. Система, революция, очередные слова, протестовать против чего-то, мифического кого-то, хотя это время идет само, но ведь где-то найдутся объятия и поцелую, люблю, ненавижу, рисую картину очередного будня. Хотя, может быть, завтрашний день станет судном на всех обличат. Или, может быть, коронуют, но пока еще только сегодня, в вечернем сумраке танцуют, с нами играя и нас избивая. Кому и зачем это нужно? Не знаю, не знаю, не знаю! Ты не тащи меня, пожалуйста, в постель. Мы долго ведь не виделись. Я знаю, что это для тебя важнее, чем поговорить о звездной и искристой дали. Тебе как будто наплевать. На мужа и мою невесту тоже. Давай поговорим сначала о кровати. Конечно, будет, но потом. Немного позже. Поговорим о том, о сём. Увидим, как сменились настроения. И ты не та, я уже не тот. Взлохмоченный и чуткий гений. Я не пишу о том, о чем писал. И музыка не та, что пелась раньше. Ты раньше не пила, теперь ты пьешь. Что будет, что случится с нами дальше? Надолго застреваем мы в отвязном и запойном детстве. Взрослеть не модно, знают все, да только никуда от этого не деться. А ты опять снимаешь сарафан, а я смотрю, как оголяешь плечи. Любовь и страсть, две разных полосы, от страсти время, получается, не лечит. Я прошелся по Невскому, я свернул на Литейный и понял, мне плохо. Такое ощущение, что город держит меня за последнего лоха. Подсовы рекламные вывески. О, суррогатная любовь, тебя так много! И каждый готов раздеться под песни из телеэфиров или джингли рекламных роликов малолетних алкоголиков, потевших на Пепси. Поколение лайт уже не спасти, их жизнь это один. Зараженный вирусом и сети, прикрытый властями цветной порносет или песня, зарезанный диджеем. Я наблюдаю, как планета стареет, но снова вернулся на Невский, ведь идти до восстания надо. Я ласкаю витрины взглядом. Мир манекенов, застывших в стекле. Голая правда на вертеле, журналик, обложек и киноэкранов. Ложь не прикрытая, этого мало, хочется бить и взрывать магазины. Или просто не спать ночами, потому что мечами отчаяния в каждой квартире блестит телеэкран. Задыхаясь, от ран умирает старый обиженный фильм. Реклама в ранах усив, а солнце садится на запад. Я подхожу к метро, и кто его знает, у кого в кармане лежит динамит или пару килограмм превосходной пластиковой взрывчатки какая-то. Тут безопасность нет, ее даже зачатка, просто менты, шмонат лишь тех, кто налицо не такой, как они. То есть, если меня попросить, я с легкостью провезу гексоген или пару килограмм превосходной травы. А вы задумывались, что за предметы лежат у меня в рюкзаке? Нет, конечно же нет, вы заснули, заткнулись, уткнулись в романы в мягкой обложке. А нет, обложка застряла в пробке.
коробке, а где-нибудь гибнет ребенок. Я хотел это место вычеркнуть. Но как только представлю плачущее чудо в конверте пеленок и лица хозяев мира за рулями автомобиля, мне снова становится страшно. Я сажусь на свободное место. Это кажется важным. И вижу свободой очерченный мрак. Я проникаю в самую гущу толпы и замыкаю два провода. Не потому, что я что-то хотел сказать, а просто, то есть без всякого повода.